И мы начинаем. Да, привет, ребят. Всем привет. Мы уже заканчиваем. Да, подходим к концу. У нас предпоследний персонаж. Мы на канале Рыбакидзе, подписывайтесь на наш канал. У Вани тоже есть свой канал, да. Да, как его называется? Я не буду. Иван Дурак называется, Иван Дурак. I'm a table. Давай рисуем, рисуем мы. Рисуем шапочку гопника. Ой, бумеранг. Бумеранг, да, он в такой шапочке. Капитан Бумер. Значит, начинать надо с бумеранга. Во-первых, мы рисуем всю команду самоубийц. Ну, мы рисуем команду прям вот эти черепа, которые модные в интернете. Вот это логотипы. Сейчас еще там стала мода делать их, типа, для своего аватара. Да, все такое делают. И, в общем, мы, в общем-то, берите наши аватары. Мы довольно уродско рисуем, не хуже, чем вы, к примеру. Я, наверное, особенно, и Ваня тоже не старается. Мы не стараемся, просто Ване... Я пытаюсь... Он это видел кино, оно ему не очень слепко понравилось. Я этого кино не видел и, наверное, не увижу. Почему не увидишь? Сейчас этот... Да не потому, что я не буду же... Ну что, я все фильмы на свете, что ли, смотреть буду? Я, знаешь, как кино смотрю? Но. Я смотрю кино, например, когда оно вышло, я его не смотрю, потому что, ну, я не могу смотреть все фильмы на свете, которые выходят, понимаешь? Но. Я знаю, что раз в год я сажусь и смотрю кино, которые вышли за год. Они уже как бы вышли, уже их оценили, все уже все сказали, и понятно, что есть средние фильмы, которые, ну, просто жалко время тратить. И я раз в год смотрю там 5 фильмов, которые самые лучшие за год вышли. Понимаете? Ну, а типа топ-5 фильмов. Ну, примерно так получается. Ну, потому что, ну, оно легко и просто, и ничего такого делать не надо. Да? Никаких проблем. Просто посмотрел 5 фильмов спокойно там за неделю. Так что смотрите. Смотреть все эти фильмы я вам тоже не советую. Ты советуешь смотреть «Отряд самоубийц»? Ну, для слабонервных нет. А что там, страшно что-то? Кровь. Ну, кровь, серии, знаешь, сейчас в любой игре... Как Battlefield. Да, в любой игре то же самое. Я не думаю, что из-за этого. Нет, не тратьте ваше время. Не тратьте ваши денежки. Идите цветочки сажайте. Да, сажайте цветочки. Опять мы потратим много черного фломастера на этого чувачка. Но почему черного? Расскажи про него. Капитан Бумеранг такой интересный человек. В детстве у него еще жестокость появилась. Неинтересный человек. Жестокость. Он, наверное, играл много видеоигр. Походу. А ты думаешь, что видеоигры... Не, хотя у него же он в 90-х родился. И тогда были видеоигры очень вредные. Например, Контра, я думаю, там вообще один Контра. Всегда мочить надо было кого-то. Так, мне тоже синий нужен. Ну, я возьму... О, тут есть синий. А ты успел нарисовать? А ты что, тоже? Да я только шапку успел нарисовать. Ну, я вот синенькая, у меня будет синенькая шапка, а у тебя голубая. Короче, ты голубой. Голубой? Ты голубой. Ваня голубой. А ты нет. Ты синий. Я синий. Ты телепузик. А ты видел телепузик? Нет. Но при этом ты знаешь, что такое телепузики есть. Мне постоянно втирают эту дичь. А кто? Друзья. Телепузики? Да. Я, например, видел телепузиков. Никогда я маленький есть был, а когда уже большой был. И мне кажется, это хорошая идея была телепузиков сделать. Но почему-то все считают, что это так, извращение. Для детей это нормально. Да, у негра. Для детей это нормально, а вот для этого, для... Может, для взрослого. А для взрослого, конечно, но если, извините, смотреть старые мультики, тоже скажут, что это что за отстой, надо еще написать, как его зовут. Бумеранг. Ой, блин, тут много... Два О. Бумер. Я его просто сокращенно называю Бумер. Бумеранг. Он может из подручных средств каким-то образом сделать бумеранги. Вот ни одну больше доказала. С какой? Ну, знаешь, такой, ну вообще ничего нету. Вот руки чистые, все, ничего нету. Такой сел. Берешь помойку. Под это, под помойку. Раз, и там такая штука у него такая коричневая. Раз, а это бумеранг. Все, ребята, фига, даже возвращать не надо мне. До свидания. Это, конечно, сортирный юмор. Ну, я не знаю, как развлечь эту передачу. Мне кажется, что и фильм-то тоже был такой... Сортирный. А ощущение такое, знаешь... Нет, даже, знаешь, если бы настоящий сортирный юмор, даже мне нравится это дело. А вот если просто ниже плинтуса, и не юмор, а какая-то фигня, то, конечно... Бред. Да, бред. Вот. Мы нарисовали бумеранга. Это какой-то скоростной режим. Мы уже за 5 минут рисуем. 4 минуты, да? Мы увеличим с каждым разом. Быстрее, да? Золотые зубы. Золотые зубы. Злая обезьяна. Это не обезьяна, это золотозуб. Все, ребят.
Не смотрите это кино. Не смотрите, делайте нашу передачу. Интереснее. Подписывайтесь, да, лайки делайте и посмотрите на Ивана Дурак. Канал Иван Дурак. Это я рекламирую твой канал. Да. Все, пока. До новых встреч. Остался один там кто-то, да? Ну остался самый главный. Кстати, этого оценишь этого? А я уже не помню, сколько мы ставили. Ладно, 10 из 10. Этому 10 даешь? Нет, 10 был Диабло. Ладно. Ставим 9. 9. 9? Ну, ржачный персонаж. Он тебе понравился, да? Он, короче, когда во время боя начинает пиво пить. Нет, нам такое не нравится. Мы не одобряем. Пока. Пока.